Разыскивается лихач на велосипеде. 19 октября в районе 2 часов дня на Пролетарской молодой человек на велосипеде на большой для двухколесного транспортного средства скорости не справился с управлением и врезался в припаркованный возле магазина «Дары от зари» автомобиль «Рено», после чего, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП. Судя по видео, велосипедист серьезно не пострадал, а вот машина получила значительное повреждение. Если вы узнали этого экстремала, просьба позвонить по телефонам 8029 831 88 59 либо 102.